Вот игра ревью в эфире. Взгляд в прошлое 1998. И прекрасный, шикарный фильм 90-х, когда мы были совсем маленькие и смотрели эти замечательные фильмы на кассетах, ну и, конечно же, по телевизору. Факультет! Да, друзья, факультет шикарного Роберта Родригеса, ну, об этом режиссёре можно говорить часами. «Город грехов», «От заката до рассвета» и другие прекрасные работы. А какие здесь актеры? Это Бамонт Холливуда, Элайджа Вуд, Джош Хартнетт, Клея Дюваль. А сколько здесь сексапильных девок? Ну, того еще времени. Да и чего так уже сегодняшнего времени? Джордана Брэлстар. Чуть ли не сказал был Джордана Бруно, но нет, это уже совсем другая эпоха. И мужчина, и человек. Лора Харрис, Шон Хеттесси, Сальма Хайек, на минуточку. Фанки Янсен, Пайпер Лори, Кристофер Макдональд и другие прекрасные актеры. Бюджет был всего лишь 15 миллионов, но маркетинг потрачен прилично-таки. 30 миллионов, сборы США 40. Фильм окупился и был приятно-таки встретен критиками. Зрителей в Америке посмотрело 8 миллионов, а вот в Великобритании почти 2 миллиона. Релиз на Blu-ray 27 ноября 2013 года от Carmen Video. И, кстати, в фильме рассказывает один из участников этого фильма. О загадках, о запретах. Да, есть такое. О том, что скрывается за пеленой, что существует инопланетяне. Да. И фильм, конечно же, показывает и рассказывает о скрытом потенциале. Колледж Хэрингтон давно утратил свою первозданность. Его обшарпанные коридоры ежедневно заполняют будущее Америки. Одиночки и лидеры, пижоны, наркоманы, умники и кретины. Подобно подросткам везде и всюду, они везде постоянно... Они ведут постоянную борьбу друг с другом. Но однажды студенты делают ужасающее открытие Бугагаха. Их преподаватели — пришельцы с другой планеты. Столкнувшись с вызовом, который они даже не могли себе вообразить, бывшие враги вынуждены объединяться, чтобы спастись от инопланетного вторжения. Прекрасная работа, прекрасно пересматривать, и все на одном дыхании. Час 44 пролетят, и я поставил этому шикарному фильму 9 баллов. Ведь это Роберт Родригес, а он умеет делать фильмы. And it's right, you're in the world. Ух, Бугагаха. Как же я обожаю эти 90-е, эти фильмы про инопланетян. Это была молодежная фантастика, ужасы, криминал, детектив. Друзья, ставьте лайки, пересматривайте свои любимые фильмы 90-х, 80-х. Помогайте на развитие монетка и... Adios!